Уже скоро-скоро Новый год, и самые искушенные Деды Морозы начали поиски подарков. С нами в студии Евгений, который поможет разобраться, что же из электроники можно положить в мешок Деду Морозу. Добрый день. В Теле уже началась рождественская кампания, и к подаркам, которые участвуют в этой кампании, помимо, разумеется, самой техники, можно также получить ваучер на рождественскую елку от РМК. Самые важные устройства этой компании – это, естественно, смартфоны и умные часы или фитнес-трекеры, как у нас их популярнее принято называть. Не могли бы вы рассказать что-нибудь о смартфонах? Да, конечно. На самом деле, это вечная дилемма, что брать – Android или iOS. И поэтому мы решили предложить своим клиентам на выбор оба варианта. Совершенно прекрасные. Мне очень нравится вот этот вариант iPhone, iPhone SE. Мало того, что он очень мощный и очень такой компактный, тем, кому нравятся телефоны поменьше, к нему еще и в придачу, насколько я знаю, идут... Наушники Beats EP. И, разумеется, наушники бренд Beats известен своим качеством, высоким качеством и удобством. Наушники действительно удобны. И их может получить каждый, кто приобретет в Теле iPhone SE. Да, а для тех, кто все же предпочитает Android, мы долго думали и решили, что вот это будет прекрасным вариантом. Samsung Galaxy A5. Тоненький, большой, с хорошей камерой. Работает изумительно. Вот если есть сомнения, попробовать ли Android, я лично очень рекомендую вот этот телефончик. Более того, к этому Samsung Galaxy A5 в подарок идут часы Fitbit Charge 2. Трекеров много разных. Но все они, в принципе, обладают общими функциями. Это они считают пульс, они считают шаги, а также сколько, на сколько этажей ты в течение дня поднялся или опустился. Но это так важно для нас. Мы все время сидим, поэтому нам важно двигаться больше, и они, конечно, мотивируют нас. Безусловно, поскольку это умные фитнес-трекеры Fitbit, и установив приложение на смартфон, можно следить за своим фитнес-прогрессом, так сказать. Немножечко больше двигаться. Именно. На самом деле, вот здесь вот у меня есть такая прекрасная штучка от Garmin. Я слышала, что эти трекеры дольше держат заряд. Так ли это? Они действительно держат дольше. О них не надо так часто, скажем так, заботиться, чтобы они не сели, как это может случиться, например, Fitbit Flex или Charge, разницы не имеет, потому что они маленькие, в них аккумуляторы соответствующие. В любом случае, прекрасный подарок на Новый год. Стоит только заглянуть в Теле.